Эрокор – быстроногий олень. В Малонской тундре прошла самая большая на Чукотке гонка на оленьих упряжках. На старт вышло более 30 погонщиков, 22 мужчины и 10 женщин. Культурно-спортивный фестиваль ярмарка оленеводов «Эрокор» в этом году отпраздновал десятилетие. Десятки упряжек выходят на старт. Этого дня оленеводы в Амалонской тундре ждут целый год. Весна – время традиционных состязаний. На перевал базы Каэттон в Билибинском районе собираются десятки участников самой большой на Чукотке гонки на оленьих упряжках. Через снега и чистину, как здесь называют лес, погонщики должны преодолеть путь в 30 километров туда и обратно. Первыми задачей справляются самые опытные оленеводы. Где-то там сын с Микошки едет. Поздравляю, давай, поздравляю. Ага, эта гонка получила название «Эрокор», что в переводе с чукотского означает «быстроногий олень». Беговой олень в упряжке победителя Бориса Пананта завоевал этот титул с большим трудом. Он финишировал буквально с пеной у рта, но добыл победу. Хотя оленеводы говорят, что главное в гонке – это мастерство наездника. Оленей люди делают, это в людях, все в людях. Как сами умеют ездить, не умеют, могут, не могут. И упрямцы тоже. В тройке лидеров в мужском заезде также оказались Николай Дьячков и Евгений Пананта. После мужчин на старт вышли женщины. Трасса для них была сокращена вдвое и составила 15 километров. Самый хороший результат показала Мира Эттыргина. Она бегует, как говорят в здешних местах, уже не в первый раз, но каждая гонка – это испытание. Конечно, это же надо же их держать же. Чтобы они не свернули, не прыгнули, самой не упасть. Я сейчас несколько раз падала. Этот культурно-спортивный фестиваль ярмарка оленеводов «Эрокор» стал 10-м по счету. Впервые гонки на оленьих упряжках прошли в округе в 2015 году. Но традиции уходят далеко в прошлое, связано со смешением культур разных народов. Так, например, только на Каэттоне и Бургахчане сохранилось верховое оленеводство. Это единственное на Чукотке хозяйство, где люди летом и зимой ездят на оленях. Летом на верхом. И вот у нас тоже и соревнования будут верхом. Дело в том, что здесь смешаны две культуры. Чукотская и эвенская культура. Культура верховой езды – это эвенская культура. Это не чукотская культура. Но, тем не менее, когда вот с 50-х годов прошлого века вместе стали жить и стали передавать культуру. Фестиваль «Эрокор» – это совместный проект Ассоциации коренных народов Чукотки, Фонда социального развития «Купол» и Союза оленеводов Чукотки. Каждый год организаторы заказывают особые подарки для участников. В Великом Новгороде изготавливают валдайские колокольчики, которые оленеводы потом вешают на важенку и бегового оленя. А еще все погонщики получают в награду за гонку спецодежду, палатки, тундровую обувь, бинокли – все то, что нужно в хозяйстве. Ведь в Амалонской тундре до сих пор живет и развивается традиционное оленеводство. Его центром можно считать вот эту перевал-базу – Каэттон, место сбора бригад. Здесь постоянно могут находиться до сотни человек. Живут в основном по старинке. В деревянных домах топят лед, греют печку дровами. Два года назад за счет средств окружного бюджета перевал-база была модернизирована. Здесь появились 8 модульных домов, дизельная электростанция и даже установка на солнечных батареях. Через спутник подается телевизионный сигнал, есть интернет-связь. Так, традиционный уклад постепенно дополняется современными удобствами, даже в самых отдаленных уголках Чукотки. Вероника Токмачева, Александр Крымов, Владимир Петровский, Вести, Чукотка.